Работа лингвистичного лагеря у Гомельской средней школе номер 44 каждый день начинается однольково, с вымерения температуры. У вогуле таки лагерь у этой научальной установе працую пятый год. Сёлета у им 10 наученцев, теперь уже 6 класса. Меньше, чем было летось, але у гэтым есть свой плюс. На каждого припадая больше часу для поглыбленного выучения английской мовы. На ее, до речи, тут размовляют практично постоянно. Наставники кажут, что, не глядячи на узрост, гэтые вучни на бытовым узровне мову ведают вельми добра. Хоть только занятками расклад работы лагера не обмежевывается. Шмат часу удельники проводят на свежем поветре, правда, сёлета только на территории школы. У вогуле 44-ю сами школьники и наставники называют экспериментальной, сучасной, творчей, доброй, веселой и спортивной. Коли мерковать по работе летнего лагера, это сапраўды так. Учителя проводят занятия по изучению английского языка, различной тематики, у них день каждый день новое мероприятие. А мероприятия не только по предметной, но и всевозможные спортивные мероприятия проводятся с детьми. Это и эстафеты, это и игры на свежем воздухе, это и квесты. До речи, каждый день с 17 до 19 годин для всех жадающих на территории 44-й Гомельской школы працует спортивная пляцовка. Занятки спортом у этом году у вогуле користаются великой популярностью. У вересня минулого года, после капитального ремонта у специализованной детско-юнацкой спортивной школе Олимпийского резерва Мазырского района открыли бассейн. Крыху после адрамонтовали еще и несколько залов. Теперь тут можно заниматься вольной борьбой, дзюдо, легкой и тяжкой атлетикой, акробатикой. У учебно-тренировочных группах прикладно 700 человек. Шмат кто из их вырашил не спынять занятки спортом и у летний период. Правда, нагрузки у спортивно-оздоровленшем лагере не такие великие, как подчас звычайных тренировок. Это все ж таки отпочинок. На базе данного учреждения функционирует спортивно-оздоровительный лагерь. Большой объем детей будет охвачен оздоровлением и учебно-тренировочным процессом в летний период. 47% от общего числа всех занимающихся. Тренировки проходят в таком штатном режиме, но все же, так как это все-таки спортивно-оздоровительный лагерь, применяются больше игровые виды работы и тренировки проходят не в таком усиленном режиме, как они проходили весь год. Олег Сенцюров, Миколай Скинтиян, Евген Макеенко, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».